27 мая в Рязанском доме Белого Аиста, расположенном в селе Кораблино, произошло знаменательное событие. На свет появился первый долгожданный аистенок. А на второй день второй. Родители малышей, нелетающая пара Руслана и Гоша, приехали сюда 1 апреля из псковского дома Белого Аиста. Пару они образовали еще там. Но жизнь рядом с другими аистами в тесных условиях не позволяла им обзавестись потомством. На Рязанской же земле для них организовали условия, максимально приближенные к естественным. Поселили в отдельный просторный вольер, находящийся среди полей площадью 3,5 гектара. Установили на полутораметровой высоте большое уютное гнездо с трапом. Из чурбаков соорудили естественную преграду, закрывающую вольер от населенного пункта. Позаботились также о защите от хищников, построив по периметру питомника забор и выкопав ров, наполненный водой. Влюбленные сразу оценили новое место жительства. Надолго друг от друга не отходили. Перебирали перья на шее и груди. В унисон щелкали клювами, демонстрируя свой брачный союз. Прошло меньше месяца, и пара отложила 3 яйца. Еще чуть больше месяца томительного ожидания, и прелестные создания своим появлением на свет порадовали родителей, работников питомника и всех, кто следит за развитием этих удивительных событий. Посмотреть на пополнение приходят также аисты, выпущенные на волю. Ну, а третье яйцо самое маленькое, но из него, в принципе, мы тоже можем надеяться ожидать птенца, просто он будет несколько попозже, потому что третье яйцо было снесено с достаточно большим интервалом, почти в неделю после первых двух. У аистов уход за потомством осуществляется совместно, и обе птицы работают одинаково, то есть и самец, и самка и насиживают яйца и кормят птенцов. Самцу, правда, приходится несколько побольше работать, потому что в его обязанности входит еще и кормить самку. Самца можно узнать по синему кольцу на лапке. Мы видим, что он даже больше самки проводит времени на гнезде. В вольере установлена камера видеонаблюдения, так что за жизнью аистиной семьи можно наблюдать в прямом эфире. Желаем малышам расти большими и здоровыми, и с нетерпением ждем новостей.